Дорогие друзья, всем здравствуйте, продолжение моего нового проекта. Кто не в курсе, что же за проект, это проект, где я должен апнуть 8000 кубков, то бишь забрать последнего персонажа на пути к славе и при этом играть только персонажами с пути к славе. И ребята, я приближаюсь к 4000 кубкам, и дальше играть просто невозможно. Это, блин, вы бы знали, сколько стоило апнуть бона 478. Так геморно, так тяжело, блин, реально бесит. Ну... Конечно же, это возможно, ну просто реально некомфортно играть, но это даже закаляет. Короче, сейчас попытаюсь поднять 4000 на видос, забрать Тика, или как его, да, Тика, и потом я не знаю, как я буду апать бита, вообще без понятия. Это мне надо поднять всех, кто на 500, на 700, что ли, там, плюс 100, 200, 300, 400, 500... Ну, не на... Ладно, там, на 600 хотя бы. Не, да, на 600 всех минимум. И там надо будет еще на 500 тика. Короче, уф. Ребята, ну, прокачки не хватает. Реально, надо прокачку. Поэтому, наверное, забираю тика. И, возможно, завтра будет донат на этот аккаунт. Но я сегодня на стриме еще попытаюсь, сколько получится, сколько я апну. Но это трэш. Короче, сейчас на видос попробую поднять Динамайка. Ибо. И, надеюсь... 30 кубков апну, потому что, ну реально, заколебался, целый день играю. Ну что, ребят, рекламная пауза и погнали 4000 кубков. Как я буду еще 4000 поднимать? Вообще в голове не укладывается. Это только прокачиваться на фул и в 3 на 3 играть. Больше никак, потому что ШД это все, это... По идее, на бо должно быть проще играть на этой карте, потому что карта неплоха для дальников, но при этом бо первого уровня. То есть, получается, динамайком проще за счет прокачки играть. Это жесть. Ладно, поехали. Потный путь, на то он и потный путь. Но опять же, я не говорю, что это невозможно. Я ни в коем случае не жалуюсь. Я знаю людей, которые играют первым уровнем там на 800, на 900 трофеев. Ну, на 900 еще, по-моему, нет. Ну, на 800 спокойно. Unreal играет и вообще ему нормально. Край Soul, я знаю, тоже там проект первый уровень у него есть. Тоже там апает хорошие результаты. Я просто так не могу. Я просто так не умею играть. Мне реально геморно. Ну, сейчас нормально катка идет, кстати. Просто, когда начинают тимиться люди, играть против тебя там толпой, это не очень прикольно, потому что ты первый уровень, ты ничего не можешь им сделать. А у тебя хитпоинта очень мало. Короче, ну, опять же, говорю, 4000 окей. Я сделаю, это как бы, ну... Не проблема. Проблема дальше. Вот что меня реально... Дальше не знаю как. Ну, буду стараться. Ну, я буду повышать, наверное, прокачку. Стоп-подняк. Так, минус Шелли. Блин, никто на мои мины не идет. Никто на них не ведется. Ладно, станем тут, постоим. Они просто в центре. Никто не хочет в центр идти. Так, ПМ. Но она, по идее... Блин, ну, по идее, сюда пойдет, вниз. Можно кинуть мины? Ну, я, наверное... О, сейчас бык должен попасться. Так, ну сейчас будем вот этого быка гнать. Тихо. Не, он на меня тупо... О, давай иди туда, родной, иди туда. Попался, малыш. Так как ты? Надо добивать. Так. Давай, пошла отсюда. Оп, прячемся. Прячемся. Так. И последняя тычка. Да нет, я сдох, по-моему, раньше нее. Нет, нормально, топ-2. Ну, блин, пока нормально, первая катка нормальная, до этого было чуть посложнее. Хорошо, осталось 20 трофеев. Да, в принципе, не, ну и надо и динамайка, и бо на 500 вывести, поехали. Блин, ну вот, заберу я сейчас тика, апну его на 500. И это 4500, все, новых бравлеров больше не будет на пути к славе. Дальше начинается реально просто катастрофа. Всех на 500+. Причем они меня без пассивок пока. Ну вот я сейчас реально испытаю самое незабываемое чувство бомбежа, ребят. Приходите на стрим, и сегодня будет стрим, продолжим апать на стриме. Ну... То-то и весело, ребят, то-то и весело, что будет нелегко. Буду как-то пытаться что-то придумывать, какого-то персонажа апну больше, какого-то меньше, какого-то прокачаю на фул, какого-то нет, ну и так далее. Но это реально будет интересно, эту задачу надо решить. 8000 и все, и точка. Кому не проблема апнуть 8к, ребят, не надо писать, и что тут такого, типа, да? Ну есть просто люди, которые типа, ну да, сейчас бы с донатом не апнуть 8000.
Ну, возьмите вот персов, которые только на пути к славе, и играйте только ими. Ни сверхредками, ни редками не играйте, и 8 тысяч поднимите. Даже с донатом, блин, ну, блин, я думаю, что озадачит многих. Понятно, что есть люди, которые играют вообще без проблем, как роботы, блин. Не знаю. Я в трио дальше пойду. То есть ШД дальше мне не хочется. Это... Тихо. Куда бы кинуть? Я думаю, что туда. Не факт, что кто-то попадется, но кину туда. Так, кольт. Кольт же не мог убить Розу, или все-таки убил? Получается, кольт и Шелли осталось. Ну что ж. Блин, да как ты... Как я так не замансил? Хорош. О. Короче, давай, дергай. Сделаем так. Ой, я сейчас попадусь. А нет, а да. Давай, 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 давай на минке. Ну, Шелли, добивай его. Давай, сдохни. И Шелли добью. Да не, нормально. Слушайте, нормально. Топ-1 апаю. Пока без проблем. Да, до видоса как-то было сложнее. Кстати, вот сегодня наоборот. Всегда до видоса легко, а на видос как-то у меня всегда не идет катка. Сейчас наоборот все. Не знаю почему. Вот. Ну что ж, получается, нам осталось две катки, но я еще хочу динамайка. Блин, ну динамайка реально на этой карте трудно. Ну попробуй. Там 20 кубков осталось на самом деле. Ну, динамайка апать в 3 на 3 надо, наверное. Но никак не в ШД. На этой, конкретно на этой карте. Если бы штольня была, либо карта... как она? Бегущий в... Не, подождите. Да потасовка в Раколе подойдет. Еще такая карта есть, где там... Ну, короче, много... Кто? Озеро мертвецов. Не, еще какая-то. Ну да ладно. Ну на этой карте вообще Unreal, потому что... Не, ну хотя я думаю, что 500 можно взять. Но это... Это по 3 кубка там. Ну сейчас попробуем. Посмотрим, что получится. Так. Получается, мне 4 кубка надо на Бо. Блять, посмотрите на БК. Он в тупую, знаете, такой раз с кустов и тупо на меня бежит. Это мне надо 4-е место занять. И все. О, еще один подыхает, и я пойду на... Реально. О, на су... Да, отлично, все. Бо на 500. Первый уровень. Изи. Но все равно надо его апнуть, потому что... Геморройненько было. Так. Так. Иди сюда, лапуля, иди сюда. Отлично. Потный путь. Потный путь. Так. 3 бойца. Тут кто-то сидит, да? Да по-любому, да, вот шельки. Шельки, шельки, шельки. Так, и кто там? О, и Леончик. Аккордеончик. Кто бы мины закинуть? Сюда закину мины. Она их обойдет благополучно. Да, и она вот так вот пойдет, пойдет, пойдет. А я буду сразу бомбить ее. Так, так, так. И вот так. И еще раз. Блин, а на ульту я не набил-то. А, блин, друзья, походу я проиграл. Ну, как проиграл? Топ-1 не затащу, а в целом 500 кубков есть. Хоть бы на мину нашла. Блин, она вообще тупая. Как она забыла, что там мина? Так. Да не, вообще Шелли тупая. Топ-1, ребят. Отвечаю, изи, блин. До этого я что-то погорячился с тем, что будет тяжело. Ой, как тяжело. 500 изи вообще. Топ-1, топ-1, топ-1. Хорошо. Что получается? Ровно 4000. Да все, нахер этого динамайка. Тогда не буду я мучать жопу. Не, ну я динамайка на стриме подниму. Ну то есть, типа, без разницы. Самое главное, что ровно 4к, братцы. Ой. Ты телеграм открыл, прикинь. Ну там ничего такого. 4к, оп. До конца сезона 7 дней. Не, до конца сезона не успею, да, 8к поднять. Ну ладно. Что, собираем награды, да? Собираем награды. Этого перса сегодня буду на стриме поднимать на 500. Вместе с котом приходите. Так, 25. Куда потратить 25 поинтов? Да на БК. На БК, золото. Так, ребятки, поставьте лайк, чтобы новый боец выпал. Реально. Очень бы хотелось.
Ну, уже вряд ли, потому что все сверхредкие я выбил. Ну что, тик? Блин. Опля. Есть, забрали нового бойца. И я не знаю, вот реально на 6000 надо поднять 2 косаря, при этом у меня только один новый боец. Это всего лишь плюс 500. И надо тогда 5 персонажей там на 600. Да не, в принципе, бита... А персонажа на 700 тебе надо. Это потом. Это потом. Сейчас до бита мне, в принципе, на 600 их поднять и с головой. А вот остальных, да... Ой, потом дальше, после 6К. Но, ребят, дальше интереснее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Я пока фармлю боксы, я пока не открываю. Открытие будет отдельным видосом на этом аккаунте. На этом аккаунте уже, смотрите, 21 боец из 30. То есть, ну, реально... Сейчас 3 эпика выбить дальше. Одна лего уже есть, но я купил. Ну, короче, круто. Этот аккаунт реально в конце разыграю, и он будет почти фуловый, поэтому не пожалеешь, участвуй в конкурсе. А участвовать очень просто. Заранее подписывайся на мой инстаграм, на мой YouTube канал и жди итоги конкурса. А итоги конкурса будут, когда этот аккаунт будет на 8000 кубков. Тогда мы его разыграем. Спасибо вам за просмотр, жду вас на стриме прямо сейчас. Подписывайтесь, всем удачи и до новых встреч. Пока!